Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и оперативных служб отчитались главе муниципалитета в проделанной работе. Подробности далее. В межмуниципальное управление МВД России Люберецкое на прошлой неделе обратились более 1700 граждан. Из 32 уголовных дел, возбужденных за отчетный период, сотрудники полиции раскрыли по горячим следам 27 преступлений. Также было 158 ДТП с одним пострадавшим и с одним погибшим. Дальше личный состав занимается профилактикой на улицах. С 8 по 15 ноября люберецкие спасатели осуществили 37 выездов по сигналу тревоги. На территории городского округа они ликвидировали 4 пожара. Все происшествия обошлись без пострадавших. 11 ноября в 4 утра 47 минут загорание кровли в частном доме по адресу Томилина, улица Потехина, дом 6. По прибытию подразделений было загорание кровли на площади 15 квадратных метров частного жилого дома. В результате пожара горела кровля на площади 15 квадратных метров без пострадавших. 11 ноября в поселке Красково было аварийное отключение электричества. К внештатной ситуации привели земляные работы, из-за которых повредился кабель. Аварийные бригады устранили неполадки за 3 часа. По электроснабжению был скачок обращений, вот вызванный данной ситуацией. Также рост обращений за прошедший период был по таким категориям, как мособл ЕРЦ и справки. Всего за прошедшую неделю поступило 4741 обращение. В проделанной работе отчитались сотрудники управления благоустройства дорожного хозяйства, а также представители парков и экстренных служб. Медики, в свою очередь, рассказали о ситуации с COVID-19. В округе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. На данный момент уже более 200 тысяч жителей сделали прививку. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.